Ионова Василиса, 15-й взвод. Стихотворение Роберта Рождественского, баллада о зеничцах. Как разглядеть за днями след нечеткий? Хочу приблизить к сердцу этот след. На батарее были сплошь девчонки, а старше было 18 лет. Лихая челка над прищуром хитрым, бравурное презрение к войне. В то утро танки вышли прямо к Химкам, те самые с крестами на броне. И старшие, действительно старея, как от кошмара заслоняясь рукой, скомандовала тонко: «Батарея! Ой, мамочка, ой, родная, огонь!» И залп. И тут они заголосили, девчоночки запричитали всласть. Как будто бы вся бабья боль России в девчонках этих вдруг отозвалась. Кружилось небо, снежное, рябое, был ветер, обжигающий горяч. Блинный плач висел над полем боя, он был слышнее разрывов, этот плач. Ему, протяжному, земля внимала, остановясь на смертном рубеже. «Ой, мамочка, ой, страшно мне, ой, мама!» И снова «Батарея!» И уже посреди земного шара, левее безымянного бугра, горели неправдоподобно жарко 4 черных танковых костра. Раскатывалось эхо над полями, бой медленную кровью истекал. Зеничицы кричали и стреляли, размазывая слезы по щекам. И падали, и подымались снова, впервые защищая наяву и честь свою в буквальном смысле слова, и родину, и маму, и Москву.